Сегодня у нас 13 августа. Поселок Потеревка. Вот это лагерный горочек, тут приближаемся. А вот там вдалеке пасутся овечки батюшкины среди крапивы. Вон он сам стоит тоже. Как обычно, что-то читает. Обычно он акафисты читает. Молится. Все, жизнь не исходит. Скоро встреча с Господом. Я был тоже на огородчике. Помидоров насобирал, огурцов, яблок. И вот сейчас вот братья пришли тут рыбачить. Сергей Пупков с Колей, с отроком 8-летним. И Игнатий, значит, подъехал тоже к ним посмотреть, что они тут делают. Какое небо интересное. Кто-то насаживает, а кто-то яблоки грызет. Это поплавок-то лежит. Грузим его. Да как где твои черви-то? Ты что насадил-то тут? Какую-то кукурузу. Я карпа ловлю. А вы гальяна. А где черви? Вон они стоят, вон. Так дай мне червяка. Закиньте обратно. Я вас вам не разрешал ее брать. Так ты же мне разрешил. Нет. А он тебе обратно, это, не стоит там, значит, глубина меньше. На кукурузу это, я не знаю, это, кого ловить, моржа. А больше-то и нету. Может быть, это взять на яблоко. О, клюет. Все, тяните скорей. Какая-то дурная прям она. Где не проглотить еще там. Ну она попробовал, ничего и нету. Тихо. Это не рыбалка. Тихо. Червяка настоящего. Тихо. Дождевого. Вон берите удочки, вон червяк рыбачит. Он говорит, берите удочку и червя и рыбачьте. Коля, а твоя где удочка? Покажи, Игнатьевна, где твоя удочка? Ну-ка, давай. Вот черви. Ты их нет. О, ну поставь, да. Вот это дело. На такого червяка был бы рыбой, сам клюнул. На, у тебя даю полполовина. Держи. Видишь, он червяк-то тоже не дурак, торопится уйти. Ну, и удочка-то как серебряная, золотая. У нас вопрос стоял тогда, когда маленькие были, такую удочку достать, зажабренной. Один тут уехал в город, и мы ему наказали. Ну, он там дела-то свои делал. Ну и забыл, видать. А мы его ждем из города. А в город-то поезда не было, машина ходила там раз, может, в месяц. Мы к нему пришли. А он на кровати лежит, мужик этот, хороший мужик, мельник был. Он говорит, о, дорогой мой, не купил удочки. До того было неприятно нам, и дорогим назвал, удочки нету. Так мы вышли, давай друг друга, счет, дорогой, не купил удочки. Дорогой. Да какой же я дорогой-то, если не купил удочки. Пойдем мы, дядя Сережа, подальше, а то он здоровая рыба-то там хлопнет по лбу-то.
Ну что, Коля, насадил, нет? Нет, я не могу. Ну, пытайся. Что там? Учись. Ты умеешь насаживать или нет? У меня Сергей Павлович учил. Ну, давай, пробуй. Потихонечку его туда насаживай. Насаживать так надо, чтобы он не торчал. Во! Пожалуйста, первая рыбка. Гляди. Гальян. Гальян величиной примерно 3 сантиметра. Так, тащи эту посудину-то, давай. Мы сейчас рыбу завалим. Коля, баночку-то принеси. На. На мою. Ты щергами тащишь-то? Да не, это что? Ну на ведерко надо, а ты что тащишь-то? Зачем она мне щерговая? Надо воды туда. Ай, не надо. Все, эту рыбу надо съесть только сегодня. Батюшка кричит, чтоб его рыбу не ловили. Кто? Батюшка. Где он кричит? Вон на той стороне. Вон. А где он там? Вон туда прямо, смотрите, вон туда, на куст. На вешек? Я его не вижу, где он. А вон он на бугре. Да. Так он еще не ловил. Видать, тут у нас мелюзга возле берега ходит. Конечно, такой мелкий. Все-таки ему жить да жить. Да радоваться жизни. Батюшка стоит, читает. Пошло дело. Что там, Коля, у тебя? Запуталась или что? О, еще одну поймал. Нет, просто крючок в коже был. Видно, нет тебя? Ты поближе объектив-то подведи, он не вместится, рыбина. О. Ну, чтобы сравнить, вот мой палец. От ногтя до первого сгиба. Как раз. О. О, бегут овечки. О, батюшка. Угнул. А что так далеко-то поставили от меня? А вы же, ребята, на этом, на южном-то запускали? Да. Так надо туда сходить. Ну, батюшка, что? Он ловит по-настоящему, а мы-то кого? Боюсь, как бы не упасть мне тут. Смотри. Сразу клюет, поклевка какая хорошая. Но рыба вся одинаковая. Если поймается, то только вот так уже. Ну, Коля, а что у тебя крючок-то? У тебя, он должен быть под, а он у тебя зацепился за этот. За что? Ну, как за что? Ты что, не видишь, что ли? Он должен быть внизу, а он у тебя возле поплавка. Просто... Распутать надо из узлов. Видишь? Ух ты! Вот это да!
Вот это да, передоблюсь их поближе. Ну, это уже, конечно, серьезно. Побольше пальца среднего. Вот. Палец средний, так даже хвостик подальше. Ну, Коля, дай, давай. На одну рыбку меньше стало теперь в реке, то труднее ловить тебе будет. А что где-то забрасывает куда? Против нашего-то. Вот еще. Топ. Нет уж, если попался, какой бы ни был, я его не выпущу. У меня пусть больная кошка поест. Ну что? Ну вот только пришли. У меня крючок постоянно. Сейчас вот прикорм-то пройдет. Заплохо. Смотри. Да такой-то уж все я. Так его сроду не ловил. Как будто бы специально это. Шкалерята какие-то. Школота. Ну все, закидывай. Путин отдыхал в Туве. Тебя зап. Нет? Неправильно кинул. Во! В Туве отдыхал. И там какой-то через край переворачивается, как водолазный. Я подумал, поди рыбу ему там цепляют внизу. Из корзинки. Какой-то фильм такой есть. Деда Щукаря-то, говорит, подцепили за губу. Что-то, Коля, у тебя хуже моего. Видишь, они как обтеребливают. Батюшка уже лег. Лежа читает. О, что-то клевать стало. Да на кукурузу. А что думаешь, Галя, на кукурузу клюнешь? Ну, что-то в дербане. А я карпа хочу. У меня сегодня сорвался уже карп. Да? Правильно усыпил. А на что ловил? На червя. Червя. На эту же удочку большую? Ну когда же. Один и тот же размер все. Это мне сзади котенка не накормить. Что ты, Коля? Червяк? Или другое место? Другое место. Вот здесь он. О, вон. А, это лягушка, но вот туда вставь на кочку и закидывай. Все, все, быстрее, тяни. Поздно ты. Ты это не тормози. Тут надо сразу цеплять. Мой червяк понравился. Слышь, Володь? Угу. Дай. Мне неудобно с камерой. Глубину надо тебе побольше сделать. Ну как, этот поплавок выше подними. Бери за поплавок. Выше тяни его. Не, ну тяни на себя его тяни. За поплавок это оторвет. За поплавок тяни только, не за леску. Нет, что-то не получается. Сейчас. Давай. Потому что изолента сейчас. Она сквозь изоленту должна идти. Т.
Ты как бы немножко в натяжку всегда стой, Коля. Что? В натяжку немножко стой. Это как? Тяни. Подожди ты, Игорь. Смотри. Кого-то тяни, тяни. О, еще одного поймал. Сергей Павлович. Гляди, какого поймал. Гальян. Это настоящая рыба, лучше его нету. Ни костей не подавишься, ничего. А у меня, смотри, щеляк-то какой. Едва-едва чуть-чуть прикрывает. Я на него ловлю. Обман сплошной. Считай на голый крючок. Я тебя так разучил щелика надевать, а? Он у вас пустой. А? Пустой крючок-то. Пустой. И клюют. У меня... Рыба тут лопатой черпает. Совершенно пустой крючок. Покажите. А? Вот он, пустой крючок. Смотри. Вообще ничего не... Сергей Павлович решил около меня побыть. Вот гляди, ничего нету. И главное, подправлять не надо. Нет, наверное, хватит. Давай-ка червяка. Но пожирнее. Тащи сюда. Баночку, ты что уперли? Интересно. Никого там нет, одна баночка стоит. Ну, тут, Коля, надо уже смотреть, что у нас будет. Я так и не понял, почему ты не ловишься? А. У меня не получается. На. Так если не ловишь, то не получается. Держи. За удочку держи. Все. Снимай, надевай червяка. Ты тут крутишься, меня зацепишь. Рядом удочкой не маши, опасно. Ну что он у меня со всех сторон? Да худоват какой-то он. А ну кого тут выгнулся? Это только. Где-ка, Коля? Отойди в сторонку. Мы запутаемся, там вообще ничего не будет. Я это место первый пришел и избрал. Подсечка должна быть. Я любил бреднем больше всего. Зашел, ничего не надо ждать, как сеть, когда попадется. А выгреб ее, опять заходишь. Опять, если карась есть, то за первую ходку ты его со дна поднимешь. А второй-то, вот тут бывает ведро и два ведра за раз. Вон пушинки плавают, они и их клюют тоже. А? Вон пушинки плавают, они их тоже клюют, вон. Ну, значит, есть нечего.
Это обман. Как старый пескарь учил-то, говорит. Уж вовсе, говорит, там, ну, ничего такого и нету вроде. А обман, и наш брат клюет на это. Ну, подошел бы сейчас какой-нибудь карп. Да как, дернул бы. А я бы его на берег потащил. Ну, Сергей Павлович говорит, что сегодня сорвался у него. Один сорвался. Это самые большие, которые срываются. Ну, примерно-то он какой был? Половина урагана. Грамм на 300, на 400. Сергей Павлович говорит, грамм на 300-400. Грамм? Да. Или килограмм? Грамм, конечно. На грамм на 30, это я верю, а килограмм это такое редко. Почему батюшка-то не ловит? Понимаешь? Это мелкая очень. Мимо рта. Голый крючок. Ой-ой-ой. Что-то уже неохота ловить даже. Слабо идет дело. Вот, видать, на пустой-то крючок не обманешь. Тут пол червяка оставил на этом изгибе, а вот оно. Че, водоросли пойму? Да. Бывает. Я второй водоросли. Червяк уж очень маленький. Не насадишь никак. Где-то кто-то булькнул, да? Ловись, рыбка большая и маленькая. Маленькая тоже ловилась. Утонул. Тяни быстрее. Во, молодец, тяни его быстрее, быстрее. Коля поймал, тащи дальше. Ух ты. Какой жирный-то. Ну, показывай его. Вот до самого берега. Давай этого. А, не могу удержать. Вот он какой жирный. Жирный. Вцепился, видишь? Жирняк. Жирняк. Дай крючок. Ну вот, Коля, распощал все-таки. Крючок. Мой крючок. Не твой. Чего ты? Лови его. Держи. О, еще одну поймал. Рыбину. Ее не видать даже. Он отцепить не может. Игнатий Иванович, отцепить не может. Отцепить не может? Да. Крючок. Да он, дядя этот... Сережа-то он не ловит, пусть отцепит. А у меня рыба прет валом. Отцепите, пожалуйста. Покажи ему, как это. Ты его вырывая, вот так вытаскивай крючок. Вот так вот его. Все.
Вот и кверху. Давай, давай, и крути вот так крючок. Вот и все, не умею. Смотрите, какую я рыбу поймал. Геннадий Иванович, смотрите, какую рыбу поймал. Ну, хорошая рыба. Давай его в общую корзинку. Ох, сейчас хулиганился сразу. Малосольную можно есть. О, тоже хорошенький. Брать только... О! Он сразу территорию делит, кто больше. Ну, Коля, теперь мамке расскажешь. Как ты поймал рыбу? Покажи руками, какой величины поймал. Вот такой. Вот так. Надо было ее как-то заметить, что твоя, а то она с моей перепутается. Что-то, Сергей Павлович, у тебя вообще тут поклёва нет. Мы же потянули. Сколько мышей там? Где? Виноват, Коля, прости меня. А что у тебя вообще поклёва нету никакого? Ты на кукурузу так же? Так что сделал уж тебе, ребята, смилуйся. Вот гальянов будешь ловить. А тебя-то, он тот, смотри, как утонул. Поплавок-то большой. Да, я вижу. Тягай. То один на карпу уйдет сейчас. Здорово утонул что-то он тебе. В этом году я первый раз рыбачу. Первый раз и так удачно. А ты знал, что он на кукурузу ловится? Или прочитал где-то? Не знал, читал. А ты там какого червяка-то насаживаешь? Там, не надо. Ты чё? Все люди разбегутся. Так надо его же оторвать. Ты чё его полностью? Ну у нас храм там. Так надевай, чтобы... Костюм-то у тебя откуда вообще пойдет? Коля сейчас там только гальянов таскает. А который оторвал-то, пойди теперь хвалится, скажи, даром удочку достал. Крючок. Крючок. Нет, я больше тут ловить не буду. Значит, Тихонович, я уже третьего гальяна поймал. Что им надо? Третьего гальяна поймал уже. Третьего гальяна поймал. А если я ловить, так на зарет ехать. Там рыба сеть не выдерживает, прорывается, может быть. Нет, тут я не ловец. Сегодня утром стою в церкви-то и у окна смотрю, кто как приходит, чтобы вовремя объявить. Вот так вот беру его, открываю, то у меня бряк, подоконник вниз. А вчера только смотрел, там дыра в подпол, и мой телефон туда улетел. Алексей за рукава закатал, полез второй раз уже туда и достал. Ну, посмотрел, вроде, все целое. 5.38. Почти 6. Ай-яй-яй. Мы пошли по этой вот, по плотине, посмотреть. Не могли дойти. Там такое растет, там дерево упало, одно перекрыло.
надо там пилить. Угу. Вообще заброшенная плотина. Никто не за лето не подправлял никак. Там заново надо идти, вырывать полностью все, где надо законопатить, засаманить. Я занялся другими прудами, а на этот, думаю, они уже готовы, все его вывели на высоту досок-то. О, поймал. Сушу, показывай. На ладони покажи. Какой он у тебя? Жирненький. 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 О. Покажи полностью-то. Что ты его там? О. Ну не зря все-таки сходили. Что-то наловили. Слава Богу за все.